душевные собаки – это собаки, которые выполняют для человека какую-то работу. Например, охраняют дом. Или стадо овец, если это собаки-пастухи. Одни служебные собаки помогают пограничникам, другие служат в полиции. А есть ездовые собаки. Они перевозят людей и грузы на севере, где только снег и нет дорог. Некоторые собаки помогают слепым. Они ведут хозяина туда, куда ему нужно. А еще собаки спасают людей в горах. Собаки даже в космос раньше человека полетели. А знаете, просто так собак на службу не берут. Тут, как у людей, перед серьезной работой нужно долго учиться.